Хочешь увидеть такие крутые насадки и принять участие в классном конкурсе? Тогда смотри ролик до конца. Привет! Шуруповерт сейчас является практически незаменимым инструментом в доме, благодаря которому можно выкручивать саморезы, а иногда и сверлить. Чтобы расширить его возможности и по максимуму использовать потенциал инструмента, я сделал для вас подборку с полезными насадками, которые можно приобрести не только на шуруповерт, но и на болгарку. Уверен, вам видео будет интересным и понравится. И в конце ролика будет конкурс с вот таким вот призом, который я разыграю через неделю. Так что смотрите до конца. Приятного просмотра! Одним из главных изобретений для шуруповерта являются дисковые ножницы. Они предназначены для нарезания тонкого листового металла. Первый диск проворачивается от действия механизма, который забирает усилие от вращения патрона шуруповерта. Особенность таких ножниц в том, что с их помощью можно получить ровный раскрой материалов. Это бесценное дополнение для проведения любых кровельных и обшивочных работ. Такими ножницами можно резать оцинкованную сталь, металлочерепицу, металлопрофиль, сайдинг. Диски самих ножниц можно по мере износа затачивать. Возможно изменение расстояния между ними в зависимости от толщины металлического листа. При необходимости можно даже вырезать небольшие фигурные отрезки с незначительным уклоном. Полезная поворотная насадка. Идеальный инструмент для тех, кто привык делать все своими руками. Поставленные задачи будут выполняться в два раза быстрее и легче. Поворотный корпус насадки обеспечивает точность исполнения, переходя от сверления к ввинчиванию в считанные секунды. Этот универсальный инструмент значительно облегчит вашу работу и сэкономит время. Это специально разработанная насадка для всего инструмента, который одним движением превращается из дрели в шуруповерт. И наоборот, вам не нужно ничего менять. Просверлив отверстие, вы буквально сразу же можете вкрутить в него шуруп. Водяная помпа. Бывают насадки для шуруповерта, которые делают его полезным в самых разнообразных бытовых направлениях. Одним из таких представителей является водяная помпа. Это компактное устройство, которое позволяет превратить шуруповерт в насос для перекачивания воды. Скорость его работы зависит от мощности самого инструмента и оборотов, которые тот способен выдавать. Помпа представляет собой маленький компактный корпус в виде шайбы, в центре которого имеется вал. Он зажимается в патроне шуруповерта. Из корпуса выходят две трубки, предназначенные для установки гибких шлангов. Один конец шланга бросается в емкость с водой или реку, а второй направляется в то место, куда нужно закачать воду. При этом сама помпа и шуруповерт не должны контактировать с водой, поскольку для электроинструмента это губительно. Можно также применять ее и на дрелях. А такую насадку я вижу впервые. Насадка для ощипывания птиц. Ощипывание руками перьев стужки дикой птицы – это трудоемкий процесс, требующий не только определенных навыков, но и значительной физической силы. Охотнику особенно трудно удалять перья ручным способом с крупной пернатой дичи, ведь удалить перо, пеньки и пух с дикого гуся или утки гораздо сложнее, чем с такой же домашней птицы. Такая насадка для обеспечивания птицы – это верный помощник любого охотника. Она поможет сделать охоту более комфортной и увеличит время на отдых. Позволяет снимать перо с только что подстреленной теплой дичи в полевых условиях. Причем очистку птицы можно проводить с уже заряженными аккумуляторами в приборах, либо подключить их через переходник к переносной АКБ и прикуривателю автомашины. Идеально подходит для ощипывания диких гусей и уток, куропаток, фазанов, вальдшнепов и перепелов. Насадка на шуруповерт для восстановления фаски болтов. Стала одним из лучших изобретений для шуруповерта для восстановления фаски болтов и шпилек. Она позволяет скруглить конец резьбовой части крепежа, чтобы обеспечить дальнейшее закручивание гайки. Это может понадобиться, если болт или шпилька перед этим были сломаны и стали короче, или когда резьба в них нарезалась вручную. Такая оснастка имеет форму конуса и оснащена острым лезвием по всему периметру, благодаря чему может работать с металлическими прутами, болтами и шпильками различного диаметра. По принципу действия насадка напоминает точилку для карандашей. Насадка для шуруповерта для скрутки проводов с автоматической зачисткой. Очень полезная штука в определенной сфере. Скручивает провода очень быстро и правильно, как того требуют нормы. Особо мне нечего рассказать про этот товар, но вот на видео все показано. Ленточная насадка с автоматической подачей шурупов позволит вам намного ускорить монтажные работы. В отличие от большинства оснасток, они не расширяют возможность шуруповерта, а лишь увеличивают эффективность его применения.
Оснастка зажимается в патроне инструмента и позволяет ему работать со шурупами в кассетах. Чтобы проводить монтаж, не нужно постоянно брать каждый крепеж и прикладывать его к бите вручную. Лента с шурупами автоматически продвигается и подставляется под биту. Благодаря этому скорость работы увеличивается в несколько раз, что может быть полезным, если нужно закрутить тысячи шурупов. Такая оснастка незаменима при монтаже кровельных материалов. Лопастная насадка на дрель или шуруповерт для чистки рыбы. Данная рыбочистка изготовлена полностью из медицинской нержавеющей стали. Для привода вращения рыбочистки возможно использовать электроотвертку, шуруповерты любой мощности, дрели и так далее. Насадка-рыбочистка легко монтируется в патроны любого из этих устройств. Она максимально проста в работе, имеет небольшой вес и объем, что упрощает его транспортировку. Такая рыбочистка с приводом от шуруповерта или дрели – это лучший подарок для рыбака или его жены. Универсальный кондуктор для сверления. Даже если вы не профессионал, вы сможете просверлить аккуратные отверстия под углом 90 градусов с легкостью. Он подходит для аккумуляторных шуруповертов и дрелей, для сверления отверстий под прямым углом, быстро и просто, даже для новичков. С таким кондуктором нет увода сверла на гладких поверхностях, благодаря резиновым амортизаторам. Есть вспомогательные линии для высокоточного сверления, V-образный паз для фиксации круглых деталей, а также 5 металлических направляющих втулок для сверел диаметром 4, 5, 6, 8 и 10 мм. Вакуумная насадка-пылесборник с лазером поможет вам выполнить работу по разметке и монтажу быстро и легко. Уникальная сборка насадки позволяет при помощи встроенного мини-компрессора легко закрываться на любой поверхности и имеет многофункциональные возможности – водяной уровень, лазерный уровень, направляющую для сверла и пылесборник. Вам не нужно поддерживать его руками во время работы. Насадка присасывается к любой поверхности. Для этого отцентрируйте пузырьки и включите вакуумную функцию. Для наиболее точных работ вы можете воспользоваться лазером. Отметьте ваши позиции бурения, приступайте к работе. При этом вокруг будет чисто благодаря пылесборнику. А по окончании работ просто выключите насадку. Насадка для дрели секторные ножницы предназначена для резки медного и алюминиевого кабеля, а также стального троса при затрате минимальных физических усилий. Данная насадка прикрепляется к электродрели либо к другому инструменту с электроприводом. Для большего удобства лучше аккумуляторного типа. В основе насадки конструктивно заложены обычные механические секторные ножницы, которые через редуктор подключаются к электроинструменту, в частом случае к любой аккумуляторной электродрели. В комплект входит универсальное крепление, сменные лезвия, ручка и кейс. Насадка-шаблон для сверления в плитке предназначена для использования с трубчатыми сверлами соответствующего диаметра. Облегчает работу, предотвращает соскальзывание сверла по поверхности и точное выполнение отверстия. В корпусе шаблона предусмотрен подвод воды для более эффективного охлаждения сверла. Угловая насадка для шуруповерта появилась уже довольно давно и уже имеется в наборе многих мастеров, которые занимаются сборкой мебели или профессиональными ремонтами. Данная оснастка представляет собой переходник, выполненный под углом в 90 градусов, при помощи которого можно осуществлять вкручивание шурупов в поверхность в труднодоступных местах. Она пригодится, когда зазор не позволяет разместить шуруповерт по причине его большой длины. Такая оснастка быстро закрепляется и снимается, при этом позволяет очень легко провести закручивание крепежей и отказаться от использования ручной отвертки с короткой рукоятью. Насадка-пила на болгарку. С помощью этой насадки вы сделаете из своей болгарки электропилу. А вы сами знаете, что электропила стоит недешево. И если вам нужно распилить небольшие объемы древесины, то я полагаю, такая насадка пригодится вам в хозяйстве. В конструкции предусматривается бачок с подачей смазки на цепь, ручка для удерживания и защитный кожух. Конструкция несложная, и вы без особых проблем соберете ее на базе своей УШМ. Длина ремня в зоне распила 28 см. То есть вы сможете смело распиливать небольшие деревья в диаметре примерно 25-28 см. Подходит насадка на большие и маленькие болгарки. Но перед заказом настоятельно рекомендую связаться с продавцом и уточнить диаметр вашей резьбы на вашем прижимном кольце болгарки, чтобы он выслал вам нужные детали к пиле. Я такую насадку лично тестировал, штука годная. Платформа для болгарки.
Такое приспособление в некоторой мере заменяет маятниковую пилу, позволяя точно и безопасно резать металлопрокат, алюминиевый радиаторный профиль и тому подобное, используя в качестве режущего агрегата углошлифовальную машинку с диском 115-125 мм. Тиски основания шарнира закреплены на массивном основании платформе. Если необходимо стационарно закрепить штатив, есть два специальных отверстия для крепежа платформы к верстаку. По углам платформы снизу установлены резиновые ножки. Приспособление оснащено защитным кожухом для диска. То есть перед установкой с болгарки можно снять оригинальный кожух. Это особенно актуально для дешевых болгарок с упрощенным креплением кожуха, жестко закрепленным в одном месте. А вот и конкурс, приз, вот этот инструмент. Условия очень простые, нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео, поделиться этим видео в любую из своих соцсетей и написать в комментариях, что это за инструмент, который в призах, как он называется и что им делают. Я-то знаю, что это за инструмент, а вот знаете ли вы? Или пишите свои догадки. Также обязательно оставляйте ссылку на свою соцсеть, где вы поделились этим видео. Так я смогу без проблем отследить, выиграли ли вы или нет. Условия очень простые, так что участвуйте. Спасибо всем за просмотр, всем пока!